читая, не заметила, что балка затрещала под ней. Но тетка увлеклась романом, она дергая считала. От вибрации такой доска держаться перестала. И настал момент ужасный, что доска, бля, вся прогнулась. Затрещала, проломилась, баба с шумом пизданулась. Прям дерьмо, башкою вниз. Вот такой судьбы каприз, лишь ноги из дерьма торчали. Бабу круто обломали. Туалет, и лучше кайфанет, чем новый туалет. Стоит в саду, сверкает, отражая солнце свет. Сельский туалет, и лучше кайфанет, стоит в саду, сверкает, отражая солнце свет. Только выйти на поверхности, похлюпали немного. Захлебнулась баба нахуй, ну туда ей и дорога. Нахуя тряслась, ведь знала, что сортир давно прогнивший. Муж ей бог уж не чинил, наверное, лет примерно 1000. И тем самым